Демоны отобрали у меня все, убили мою семью и превратили мою сестренку в демона. Но Недзук особенная, она не ест людей. Я хочу убить всех и съесть. Отвернись, я откушу кому-нибудь голову. Подумала Недзуке. Я вообще-то тебя слышу. Кого ты слышишь? Никого. Те голоса в моей голове. Мне кто-то из вас сейчас такую свинью подложил. Тебя предали? Да нет, в натуре кто-то подложил свинью. Я вырос в горах. Ориентация на местности – это моя суперспособность. Ай! А! Братан, что с твоей ориентацией? Ориентация север. Я хочу, чтоб ты верил. Я хочу, чтоб ты плакал. Эй, Носки, где вторая половина кабана? Так вот зачем ему такие мечи? Как вкусно. Я должна избавиться от всех, кто меня подозревает. Чтобы получить доступ к человеческому мясу, я создам идеальное общество, где демоны решают, кого съесть. Я стану богом нового мира! Почему вы такие безответственные? У нас своя философия. Хакуна Матата. Смысл праздника? Что я бледный. Если я выпью крови, то стану еще румянее. Надо найти человека с красивым оттенком. Ко мне, мои демоны! Что вы умеете? Я основал секту, которая делает людей красивыми и при этом заставляет страдать. Что это за секта такая? Арифлей, исполняем мечты. Поясом. Почему у тебя только пояс? Где остальное кимоно? А ты знаешь, сколько это стоит? Я на пояс ей накопила. Вступай к нам. Двигайся вперед по лестнице успеха. Через 50 лет ты получишь одну просроченную помаду в год. Это как-то слишком жестоко. Потом я ее убью, чтобы избавиться от страданий. Убей меня сейчас. Я не успела дошиться к фотосету. Мне что, молы фоткаться? Отлично. Продам твои фотки на Патреоне. Ну ты демон. Давай дружить. Я сломаю твои кости, твои органы встанут и убегут от тебя. Вот поэтому с ней никто и не дружит. Это с тобой никто не дружит. Ну что за тёлочка? Подводка на глазах, как не мужик вообще. Ты что, Эмма, что ли? Ирисан, смотрите, у меня тоже Эмма прическа. Но это же не розовый. Ну да, тонику передержала. Как вкусно, наконец-то кухаю. Подумала Недзуке. Тут демон, надо его убить. Дыхание ветра. Она вообще не опасна. Я с ней живу, и я в полном порядке. Чувак, у тебя кровь идет. И шрам на всю рожу. Шрамы украшают мужчину. Но не тебя. Вот видишь, она все-таки ест человечину. Не, это свинина. Хочешь сказать, если я положу перед ней кусок человеческого мяса, она его не съест? Откуда у тебя человеческое мясо? Отстань от Недзука, это моя единственная семья. Что, если я убью твоего брата? Что ты на это скажешь? Ничего, она же не умеет разговаривать. Убей его, убей! Подумала Недзуке. Да что ты вообще знаешь о семье? Он прав, нужно помириться с братом. Я же так стараюсь, почему ничего не выходит? Давай порепетируем. Я буду играть за твоего брата. Мой маленький глупый брат. Подожди, кто умрет? Не скажу, а то будет спойлер. У меня тоже друг умер. А раньше мы с ним точили друг другу мечи под луной. Кто-то меня звал? Этот демон такой славный. Давайте возьмем его домой. Он же убил наших друзей. У него было тяжелое детство. Он же тоже был когда-то человеком. Прямо как моя Недзука. Это уродина. Чего сказал? Эй, ты вообще за кого, а? За Недзука, за Орду!
тебя волосатая маска. Да не, просто побриться забыл. Переходный возраст, сиделя. Да побрейся. Мне нужна страшная маска, а не милая. Ну ты и петух. Зато можно делать так. Господин, мы принесли кровь. Зачем ты вообще это делаешь? Я просто хочу загорать, чтобы меня больше не называли бледным. Ты просто можешь пользоваться темным тональником. А что, так можно было? Извините, а дома? Дома? Дома, дома. Каждый день на протяжении кучи лет я принимала токсин, чтобы сделать свое тело ядовитым. Ты в курсе, что это убивает? Один раз живем, нужно все попробовать. Ничего не вижу, это называется в трех столбах заблудились. Тут так страшно. Тут вообще-то везде враги, ты можешь помолчать? Гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать. Как будто в ужастике. Да нет тут ничего страшного, а? Серьезно? Вы чувствуете этот запах? Демоны уже близко. У тебя что, такое сильное обоняние? Чувак, да твой акс-эффект за километр чувствуется. Я разберусь с этим. Десятое года. Дыхание перегара. Так еще хуже. Ну и кто пойдет их убивать? Тебе меня совсем не жалко? В прошлой жизни я работала продавцом. А я водителем. А я на Почте России. Ну ты и тварь. И у тебя дыхание воды, а у меня дыхание солнца. Если мы объединим свои силы, у нас будет дыхание радуги. Мы справляемся. Вызывай бабочку. Привет, красотка, приезжай. Ну что, мальчики, вызывали? Я вообще-то имел в виду Шину. Я тебя спасу! Да не, мне и так хорошо. Ты вырезал всю мою семью! Нет, не всю. Недзука забыл дорезать. Ну ты ему дам. Я тебя уделаю. Ты ей понеслась. Танцевальная битва. Несите мне мою кровь. Don't jumbo, don't nacho. I'm in this at the nacho girl. I am a disco dancer. Нужно что-то сделать. Фас! Чего-то не хватает. Я знал, что ты против нас! Скрестим руки! Теперь будет демонов убивать лес рук. Как из такого грустного аниме можно было сделать такую дичь, подумали зрители.